В светской тусовке ходили разные слухи по поводу взаимоотношений двух известных артистов. Как рассказал Владимир Левкин, на самом деле примадонна стояла горой за своего молодого коллегу. Знаменитая певица Алла Пугачева весьма неоднозначно относилась к покойному Юрию Шатунову. Рассказывает, что артисты познакомились еще в конце 80-х. И поначалу примадонна считала вокалиста «Ласкового мая» выскочкой. Потом, однако, Алла Борисовна поменяла свое мнение и прониклась к исполнителю хита «Белые розы» искренней симпатией. Накануне в интервью журналистам известный певец Владимир Левкин сообщил, однажды Пугачева публично заступилась за Шатунова и защитила его от нападок. Это произошло, когда они обедали с продюсером Барри Альбасовым. Последний сделал Юре замечание за то, что тот слишком громко ел суп. «Юр, ну не серпай, ты же все-таки артист». В этот момент Алла Борисовна не смолчала. «Серпай, Юра, стерпай, делай как хочешь. Тебе можно», – произнесла Пугачева. Владимир Левкин прокомментировал и недавнюю трагическую смерть Юрия Шатунова. Бывший участник группы «На-на» поддержал популярную версию, что сгубили мужчину именно разборки со своим бывшим продюсером Андреем Разиным. Напомним, что буквально за несколько дней до кончины любимец миллионов впервые одержал победу. Шатунов выиграл. Крылья бы расправить, а организм расслабился и ударил в самую тяжелую точку. К сожалению, иногда болезни перерастают во что-то серьезное, заключил Левкин. На этом все, дорогие друзья. Приглашаю вас в комментарии. Я точно знаю, вам есть что сказать по этому поводу. И до встречи в новых видео.